у человека есть вот такая единственная мечта, ее надо исполнить. Мечта? Что такое? О чем мечта? Это вот как бы действительно серьезная свадьба, огромный зал, огромное количество гостей. А сколько гостей? Там насчитали, по-моему, порядка 150 минимум. И она принцесса в центре внимания, в дорогом платье. Да, ну, я считаю, что это вполне нормально. Да, дорогое платье. Григорий, это вполне нормально в цивилизованном государстве, где гости заранее опрашивают, что вам нужно по списку, либо дарят деньги. Потому что свадьба, на самом деле, это очень хорошее подспорье для вашей будущей жизни. Это как бы ваш изначальный капитал. Это здорово. Понимаете, но когда у нас в стране приносят на свадьбу передаренные в 19 раз зеркальце или чайник, да, то ты понимаешь, что ты просто попадаешь на большие деньги, и попадают родители. Да. Поэтому я не понимаю, для чего. Вот вы же могли сесть со своей невестой и сказать: дорогая моя, ну у нас вся жизнь впереди, давай сделаем это скромно, зато поедем в свадебное путешествие на эти деньги. Ну то есть есть же, готовят или нет, или знаете, как в интеллигенции. У нас да. Готовят, конечно. Есть никогда нечего, но зато чаек и кофе. Нет, у нас в этом плане... И бутербродик. Сделай себе сам, милый, я пока почитаю. Нет, не до такой степени, мама готовит. А вы в своей семье хотите? Я хочу кушать вкусный ужин и параллельно читать интересную книгу. Вот если можно такое обеспечить, будет супер, да. Нравитесь вы мне, просто легкие, прекрасные, и вот на этой... А вам понравился? Глаза очень красивые у мальчика. Да нет, а фигура какая? Да. Нет, а весь вообще такой, весь поджаренький. А как он плотоядно на вашу спинку голенькую смотрел. То есть с этим все хорошо, а как? 26 лет. Ну, конечно, они ласковые, хохлы. Роза? Да мне тоже понравился. Единственное, что вам многое придется, в общем-то, чтобы сохранить отношения вообще с таким мужчиной. Ой, и терпения надо будет набираться. Он чистоту обожает просто на... Я тоже ставлюка в этом плане. Очень хорошо, очень хорошо. Поэтому, конечно... Здрасте, Кристиночка. Домино. С кем вы? Моя подруга Анастасия и Виктория. Да, каждый день, вечером смс-ка: спокойной ночи, дорогая. Позвонить можно. Чмоки-чмоки. Без чмоки-чмоки. Ну а как же иначе любовь? Я, например, перед тем, как выйти на ночь, 4 часа по телефону разговаривала с Сережей на ночь. Каждый день, да? Ну, практически каждый. У меня родители, я думаю... Хорошая девушка, да, симпатичная, не надо никого пугать, что она, конечно, невинна, потому что ни одной минуты я в это не поверила. Ну, конечно, 24 года почти... Вспомнить страшно. Василис, тебе тоже, по-моему, да? А мне вот не страшно. Все может быть. Я была целомудренна. Тоже мне. Елена, мальчик Андрей. А чего в очках-то? Купил, что ли, сегодня в переходе? Свет яркий. И хочется похвалиться, да? Надо снять, да? Это чтобы жена не узнала. Ну, не знаю, но как-то странно смотритесь. Извините. Глаза — зеркало души. Красиво. Спасибо. А тебя не смущает, что ему 42 года? Ну, вообще-то нет. Вегетарианец, 42 года. Может, поэтому и наследников по сей день нет, и женат ни разу не был? Да просто не был влюблен так сильно. Но на программе у нас были. Да, был уже. Не выбрала невеста? Выбрала. Нет, с невестой мы как бы увиделись, но общего ничего нет. Почему? Ну, любит курить очень сильно. А чего пошли? Зачем же вышли? Ну, проба пера. Вот попробовал и поговорили. Была такая история, достаточно такая она... Страстная история была, очень крепкая. Но, несмотря на то, что у нас была хорошая, сильная связь, глубокая, не смогли быть вместе. Мама просила диктант, изложение на тему, как вы проводите с ее дочкой время? Глупость какая-то? Ну, глупость, но сложно было отказать. Женщина в возрасте, как бы, такие вот у ней... Но она не в такой же форме. А в какой? Ну, в такой игривой форме. Давайте попробуем, проверим, как вы владеете русским языком, как вы пишете и так далее. Ну, вроде как бы это занятие. Ну, а как ошибки были, естественно, ошибки были. И она потом часа 3 разбиралась с красным карандашом, так почему? Ну, корректировала, да, корректировала. А какие оценки ставила? Оценки удовлетворительные и хорошо. А девушка с юмором к этому относилась или? Ну, она тоже, кстати, писала. Какой ужас. Какая она была дура, хоть и в возрасте, хоть и учительница, бывает. Но не это разрушило ваши отношения? Ну, она просто вмешивалась в отношения и пыталась контролировать все, да, конечно. А вы вместе жили? Ну, мы снимали квартиру и где-то вместе, да, вместе жили тоже, да. Тоже такое было. Оно не пробовали с ней поговорить, сказать: послушайте, ну, она уже большая девочка, знаете, как по ночам там зажигает. Вы зачем пришли? Какой контроль хотите? Ну, нам, я, наверное, не очень нравился, и поэтому вряд ли можно было... А как вы считаете, чем вы не нравились потенциально тещи? Может быть, она хотела какого-то яркого обеспечения, материальной базы. С этим обеспечением? Ну, мясо даже себе купить не может, Рос. Какое обеспечение? А если еще и пишет с ошибками, представляете? Да, да. Ой, ну ладно. А что, квартира там, машина... Ну, а то была квартира, она была как бы в перспективе, была квартира. Ну, а сейчас-то? Скажите, сейчас а эта девушка, учительская дочка, дебош-то пьяную устроила на свадьбе? Да, но она просто напилась очень сильно. Вырвалась из накопилась, мамы. Да, и накопилась, и пошла, гуляй, да, рванина. Крыша потекла. И вот она там накатила на свадьбе, и что? Ну, вела себя вульгарно достаточно. Ну, кроме того, что она садилась ко всем на колени, приставала по пьянке, практически 99% так женщин поступает. Ну, мне-то это неприемлемо, я же не пью, и мне эти интересы такие не привлекают. Когда они присутствуют рядом, их мужчины, понимаешь? Не, ну, а когда она там за под стол упала вообще-то? Ну, что? Не, ну, я как бы сделал замечание. Андрюш, знаете, я вам что хочу сказать? Если любите женщину, вам все будет в ней нравиться, и вы как-то постараетесь ее защитить от всех, сказать, а вы что, никогда не напивались? И вы ее потихонечку на ручки отнесете, уведете, вы не дадите ей выглядеть посмешищем, если любите. Кто из нас не попадал в такие? Это называется, я как за каменной стеной, я могу себе многое позволить. Это потом дома, за закрытыми дверями, я бы ей сказали, послушай, ну ты, мать, вчера перебрала. А если не любите, вы будете сидеть с губки поджав и говорить, как ты мой, я же не пью, а ты нажралась. Нет, поэтому... это был финал просто, до этого тоже какие-то же были движения, правильно? Это был финал, поэтому здесь... А вы не пили тогда уже ни капли алкоголя? Я никогда не пил вообще. К этому отношусь отрицательно. К таким девушкам, то есть, которые там выпивают и не контролируют себя. Ей так хотелось за вас замуж, и их терпение лопнуло, поэтому он так себя вела. Полиночка, если вы сегодня не были ограничены в средствах, если вам сегодня зеленый свет, ну, не знаю, там, Никита Михалков, его студия пригласила бы вас снять фильм, о чем был бы этот фильм? Это была бы комедия. А комедия о чем? Что вам смешно? Что вас забавляет в этой жизни? Упор больше я сделала бы на молодежь, поэтому комедия была бы что-то связано в стиле рэп или что-то такое. Вот. Комедия в стиле рэп? Да. Нет, есть комедии положений, например. Эта комедия была бы о людях, которые едут как продвигать себя, то есть становиться... На БАМ мы раньше ехали. Это действительно было бы так. А БАМ знаете, что такое? Что такое БАМ? Да. Ну, я думаю, это ехать на бум, то есть, да, как бы Байкало. Не знаю, чего, на бум, куда. Байкало. Вы где учились? То есть БАМ и бум. Я как бы сама приехала с города Ростов-на-Дону, и, собственно сказать, там же я и училась. Приехала на БАМ-бум в Москву. Ну, так расскажи, что такое БАМ-то? Да. Байкало-Амурская магистраль. Мне кажется, бессмысленно. Нет, это даже не надо тратить время сейчас. Была маленькая она просто. Хорошо, давайте про любовь. Давайте про любовь. Вы любите взрослых мужчин? Да, да. Почему? Потому что мужчины должны быть, как бы, ну, во-первых, старше меня, да, пускай даже на такой большой возраст, меня это абсолютно не пугает, потому что мужчина начитанный, мужчина умный, мужчина пожил уже, с ним очень интересно будет общаться, то есть каждый день... А вы книжки сами читаете? Да, очень люблю читать. И вы, ваша большая вот такая любовь, был мужчина, который освободился, да? Угу. Было. В общем, как получилось. Я начала общаться с этим мужчиной по переписке в газете. Этот мужчина сидел за воровство. Да, и он мне пишет, что я еду. То есть, вот, на тот момент я жила с родителями и училась. Как бы я была студенткой. Я пошла работать, я подрабатывала где-то. Бывала, ну, по своей специальности, в театре где-то работала, там, где только не работала. Поваром, работала в магазине. Полин, вы что такая врушка? Вы что сидите, мне льете в уши? Где вы учились? Какого режиссера? Абсолютно безграмотная девушка. О чем вы сейчас рассказываете? Давайте вот просто рассказать, как было на самом деле. Она еще очень молодая, и мысли у нее еще очень детские, мне кажется. Все-таки они немного инфантильные все-таки мысли. А он может просто всерьез не воспринимать. А полюбили вы за то, что он хорошо играет на баяне? Да. Это правда. Я люблю таких вот людей творческих. Я даже раньше умела играть сама на баяне. Вот. И была у вас с ним любовь до тех пор, пока он у соседа не стырил баянчик-то. Он не баян, он украл барана. Барана? Да. Он там подрабатывал, ухаживал там за живностью. Хорошо. Ну и исчез, бог с ним, без барана переживут. А потом вы влюбились еще в более зрелого мужчину, которому было за 50. Да, это правда. И что-то... Он меня покорил тем, что я, ну, как, вообще история, да, я пошла с подружкой в ресторан такой вот, так просто попить кофе, как бы, ну, студентки там, да. А этот мужчина, он меня покорил тем, то, что он, ну, был такой солидный, то есть все, он обратил на меня внимание. С пузом, с золотыми зубами. Да, это все правда. На шестом десятке, ну, да, конечно, покорил. Он сидел, понимаете, он сидел со своей компанией, они отмечали какую-то сделку. Вот, но я так краем уха там слушаю, там, что там все нормально у него. Деньги есть. Есть. И он сам ко мне подошел, предложил сесть за столик, конечно же, ну, мы... Сели к нему за столик. А вы выглядели примерно вот так же? В шортиках с таким декольте? Нет. Нет? В платье, что ли? Я не помню, в чем я была одета на самом деле. Вот, ну тогда, ну, молодая студентка, там сам расцвете. Где вы учились, детка? Расскажите, вот когда вы были студенткой. Я учился в городе, в Ростове-на-Дону. Вот, я училась в колледже культуры, то есть это средняя специальность. Как раньше? Ну, это как техникум, но сейчас переименовали в колледж. И вот у вас с ним закрутилось, он оказался из Москвы. Да, он оказался из Москвы. Ага. А в Москву приехали не к нему вот сейчас? Нет, я с ним уже очень давно не общаюсь, он звал меня к себе в Москву, звал меня жить с ним, то есть, ну, мне нужно было учиться, мне нужно было вот как-то, у меня родители там, я еще совсем маленькая девочка была, ну, что я скажу, я... Сколько он был, 3 годика, маленькая девочка, по ресторанам ходить? Нет. И знакомиться с дядьками, какая маленькая девочка? Нет, мне было тогда 19 лет, вот. А ему 54, а мы решились? А почему бы нет? Мне очень интересно было с ним. Да, молодежь едет в Москву. Все хотят в Москву. Оленька, ну что, вот мне, знаешь, что нравится? Я знаю, что у вас есть такой оригинальный способ вот как раз таких возрастных мужчин соблазнять. У меня даже тут сумочка есть. Покажите. Пожалуйста. С мужчинами я обычно знакомлюсь так. Ой, сумочка упала. Если он на меня не обращает внимания, я это делала очень много раз. Сумочка упала. Ой, обращаю внимание, очень сильно. А может быть не так, вот я в кино видела. А можно я вам сумочку, да, сам подниму? Нет. Он сейчас женится на вас, что вы делаете? Не, ну что, я тебе не конкурентка, иди сюда. Ну что, можно сумочку поднять? Сумочка упала. Так лучше. Все верно. Я в кино посмотрела. Я тоже. Ну и как, соблазняем? Очень. Да? Очень. Я с ума сойду. Я с ума сойду. Какая молодец, слушайте, девчонки. Давайте учиться. Ой, я не знаю, я не хотела. Я бы так не хотела знакомиться с мужчиной. Я смотрю, какого мужчину хочешь подцепить. Где мои 17 лет? Полина, а вы мясо едите? Корректно. Да, я большой любитель мяса. Угу. Честно, я... будете есть теперь. Почему я не буду есть? Ну, потому что Андрей против? Вегетарианец. Да что? А как к алкоголю относитесь? Если выпивать, то в пределах разумного. Если угощать, то пьем. А покурить? Не пьем. Я не курю. Молодец, положительная. Я не курила девушка, никогда. Показывайте. Я считаю, что хорошая девушка, да, учителя были плохие, не так объяснили, ну, про бам она не знает. А вы, мужчина взрослый, вот и сделайте из нее, она же как глина, вот делайте из нее голодею. Она как глина? Вводите ее в хорошее учреждение, я имею в виду в театр. Поздно. Дайте вас... Почему нет, поздно? Нет, я бы не стала на Полиночке ставить крест. Я не люблю как-то людей обижать, поэтому... А я думал, что они какие-то свои, наверное, цели. Какие цели? Какие у нее цели в Москве? Она не образована, не прочитала ни одной книги в своей жизни. Дать денег на билет, на первое время проживания отправить домой, пока не поздно. Пусть понял, мне нужно денег дать, я понял. Да, мне как раз сейчас очень нужны. Полина, конечно, поразила своим, ну, скажем, назовем это поведением. Да, это просто поразила. А сумочки какие? Да, в общем-то, Роза меня тоже поразила, учительница. А нужно фильмы разные смотреть. Вот вы не смотрите, а я Противно из фильма. Мы как-то все больше другой, вероятно, стараемся смотреть. Ой, ты можешь сказать, что вы «Блондинку за углом» не смотрели, да? Ладно, тут сидят, прямо иронизируют. Ну, может быть, я все-таки договорю. Может быть, я все-таки договорю до конца, Рос. Пожалуйста, говори. Ну, спасибо большое. Мне жалко ее, бедная девочка, потому что только от отсутствия любви в семье, от отсутствия внимания родителей человек может так вот кричать всем своим видом и поведением. Ну, возьмите меня хоть кто-нибудь, ну, полюбите меня хоть кто-нибудь, ну, как-нибудь. Она цепляет на себя вот эти чужие модели поведения, которые ей на самом деле неоткуда было взять. Поэтому, конечно, ей по-хорошему нужен бы взрослый человек. Но а где они, эти щедрые, душевные, пожилые люди, которые ей окажут эту моральную поддержку? Ей правда надо уезжать либо в Ростов, либо в Москве. Спасибо. Садиться за книги. Не замужество ей нужно, ей сейчас внимание не мужчине нужно дарить, а себе. Ей нужно учиться, читать, но и зарабатывать себе на существование. По одежке протягиваем ножки. Вы хотите сказать, что у вас не было никакого опыта любовного? Но я не поверю, например, Кать. Ну вот просто не поверю, потому что я тоже со своей девственностью носилась, как курица с яйцом. Мне казалось, что меня все недостойны. Но даже я до какого-то определенного момента понимала, что это уже меня тяготит. Тут дело, наверное, не в этом. Мне хочется серьезных отношений, но когда разговоры доходят до интимных подробностей... Вы из какой семьи? Я не из полной семьи. Нас воспитывала мама. А вы жили, живете? Я в данный момент живу с тетей, так как я студентка, но в будущем... В Москве? Да. А приехали? Я приехала из северного города Ноябрьск, это Ямало-Ненецкий автономный округ. Ну, даже замороженные девушки с севера как-то в Москве быстро оттаивают и адаптируются. Вы пошли по какому-то странному пути. Студентка, где полно парней, а вы вдруг решили знакомиться через интернет. Почему вдруг? Знакомился с кем через интернет? Были такие моменты? И как? Ну, честно вам сказать, никак. Мы переписывались длительное время, разговаривали на все возможные темы, постоянно общались, 24 часа в сутки практически. Всегда он был старше вас? Да, он был старше, 31 год ему был. Он предложил встретиться. Пригласил меня в кино, обратно он меня довозит, буквально в 200 метрах от дома. Он останавливает машину, но я думала, может быть, хочет поговорить или еще что-то. И он меня просит: «Кать, не могла бы ты снять туфельку?» Ну, я с юмором, у меня есть чувство юмора. Я сняла, ему протягиваю, и тут, конечно, был шок. Он начинает ее целовать. То есть он начинает ее... Ну, в общем, он оказался фетишистом. Наверное, в силу того, что я лев, я не растерялась, я резко выбежала из машины. Ну, куда мне в одном туфельке идти? И я эту туфельку ему кидаю в машину со словами: «Это тебе бонус». Ну, естественно, до дома пришлось идти босиком. Молодой человек, он просто, наверное, спал с этими туфлями. Вот. Может, он продавец обуви, и просто у него нет другого выхода. Следующий случай тоже. Я была на первом курсе, я работала втайне от родителей. И парень был у меня не намного старше, на 3 года. Предложил сходить в кафе. Он сделал заказ, меня не спросив, что я вообще хочу, заказал мне зеленый чай. И все. Ну, он сидит, кушает, и я... тоже заказала себе, когда пришло время оплачивать счет, он его открыл, посмотрел и молча просто мне его отдал. Говорит: «Я сейчас отойду». Я говорю: «Хорошо». Я посидела, подождала минут, наверное, 10. Он не вернулся, я поняла, что мне придется оплачивать счет. Но моему удивлению было то, когда я вышла из кафе, он стоял, меня ждал. То есть вы заплатили и за себя, и за него? Да. Ну и как, вы продолжили отношения или просто мимо прошли? Нет, он звонил, вот когда я вышла из кафе, он сказал: «Кать, что-то у тебя как-то лицо изменилось, что-то в тебе не то». А ты отгадай, мол, с 3 раз, что со мной не то. Ну, я ему практически так же и ответила. Они вернули ему обратно вот это вот прямо там же? Ну, мне, конечно, хотелось, но... Нет, я имею в виду не деньги, а прям на него бы. Нет. Ну и все, он мне потом звонил несколько раз, я ему объяснила. Третий, я уже была на 3-м курсе, мужчине было 34 года, он мне безумно понравился. То есть в плане внешности, красиво говорил, как потом выяснилось. Пригласил меня в ресторан, мы... заказали себе, и когда пришло время расплачиваться, он протягивает карту, но через некоторое время эта карта не прошла. Естественно, он начал оправдываться. Какие затейники. Вот как так, Ай-яй-яй, как получилось. Я позвонил в банк, в общем... А наличными не было просто ни гроша. Потом также получилось, что в кино он не смог купить билеты дорогие. Да, на следующий день, да, мне пришлось с ним встретиться, потому что он мне очень сильно понравился, и опять-таки за кино пришлось оплатить. За удовольствие надо платить. А как вы сами объясняете вот причину таких неудач, прям вот череда неудач с мужчинами? На первое свидание я пришла в одной шубе, на второе свидание я пришла во второй шубе. У вас откуда столько? Ну, родители богатые? Ну, вы говорите, мама одна воспитывает. Да, мама одна воспитывает, но мама меня обеспечивает с братом. У меня брат занимает хорошую должность. Я по поводу приданого хочу тут разобраться. Приданое у меня хорошее, начиная от ложек, заканчивая счетом в банке 6 нулями. Я думаю, надо брать, Андрей. 6 нулей. Нет, ну если бы 7, это бы повысило наш капитал. А вы сразу так же легко рассказываете мужчинам про приданое? Нет, конечно, нет. Это я вообще не обсуждаю. Ой, как интересно. А мама бизнесом занимается? Нет, мама когда-то... Не скажешь, что мама медсестра. Нет, мама работает в школе. Правильно, медсестра или учительница, я так и подумала, что только они могут такое приданое. Но мама работает без в школе мужа. Буквально недавно, до этого она работала заведующей в супермаркете. Натырила, что ли, столько? Сразу натырила. 6 миллионов, мне сколько тырить надо в Останкино-то, тут брать даже нечего. Откуда у мамы просто столько, чтобы содержать двоих детей? Она работает заведующей. Заместитель директора? Вот им ЕГЭ-то какое подспорье. Таракана вы зачем хотите съесть? Я вообще хочу побороть свои страхи. Я безумно боюсь высоты. А зачем его есть? А правильно, если высоты, значит, вниз головой. Вы первый страх побороли. А еще боитесь тараканов. Да. Поэтому лучше их всех съесть. Я пробовала змеи, я пробовала мясо акулы. И, ну, мне интересно что-то новое. А психоаналитику не пробовали? Психоаналитику нет. Сходить. Зачем? Нет, боитесь их? Так сходите. Потому что такой странный у вас набор, конечно, и фобии, и, главное, странное желание и способ, как от них избавиться. Ой, Катя, Катя, а что старшие товарищи в виде тети, мамы, они в курсе заключения ваших? Конечно, в курсе. Она живет с нами, я сестра ее, старшая, ну, мы, конечно, в курсе происходящего. Родная? Нет, троюродные мы. Может, она гонит все вот это вот? Чтобы, ну, знаете, чтобы сейчас тетя растекалась, вся сидит на диване перед телевизором, особо не наша 20-летняя девственница, чтобы мама сказала, ой, ну не зря растила, девочка моя. Потому что глаз-то, посмотри, ну... Ну, она трудолюбивая, она не сидит на диване. А это как, между прочим, а ленивые как раз девственницами остаются, а трудолюбивые, они все успевают, это тоже. Я все успеваю. А вот 15 картин бисером, это вам зачем? Прям как многостаночник. Это красиво. Нет, это, конечно, красиво. На продажу на черный день, правда? Нет, я все, я маме на юбилей подарила картину, я вышила икону метр на метр. То есть для моей мамы я... Называется сублимация, когда уже руки трясутся так, как хочется мужика. Нет, это было еще в школе. Это было еще в школе. Некоторых в школе застит. Катюш. Я думаю, что она просто не встретила еще свою любовь. Это все. Ага. Скажите, пожалуйста, ну вы же в коллективе, где парней полно. Может быть, стоит как-то вести себя попроще, попроще выглядеть. А вы выглядите как тетя Моть с Рублевки, понимаете, которая позавчера приехала с Украины. Волосики выглаженные, реснички приклеенные, линзы. Попробуйте зажить жизнью 20-летней девчонки. Вы молодая девушка. Хорошо? Меня пирсинг не смущает у вас в носу, но он у вас выглядит, как у... Еще в зуб вставьте такой же. Зуб? Да. И улыбнитесь где-нибудь в кафе. Альфонсы будут просто в ряд стоять. Может быть, стоит попутешествовать во время каникул со своими однокурсниками, позарабатывать деньги, поработать проводницей, например, Москва-Адлер. Где еще? Потому что в интернете, ну, не все, но большинство уже уроды. Понимаете, дядьки, которые ищут себе приключения. А приключения — это вот такие вот глупые Катюши. Про что? Про Гарри Поттера. Я общаюсь с братом друзьями. Моему брату 36 лет. А в институте? Там, где вы учитесь? В институте, знаете, меня только связывает это студенческие годы. Я еще староста в группе, и поэтому я непосредственно с ними общаюсь. Но наши разговоры заканчиваются темами о Гарри Поттере, о новой... Вы в школе Даунов с художественным уклоном учитесь, да? Нет, ну пусть институт культуры. А где? Московский государственный университет культуры и искусства. И вы хотите сказать, что там нет достойных ребят, у которых тоже дефицит общения, которые хотят встретить хорошую девчонку? Я не поверю, да, берете себя в руки, да? Снимаете это старперское платьице, которое годится для тетек, для тех, кому за 30. Да ладно, она у нее татуированная вся. Ты че, это просто дурочка сидит тут прикидывается, правильно делаешь. Все девственницы ходят татуированные. Я уже сказала, это провокативность, которая в человеке накапливается, потому что не реализуется желание. Подождите, а сразу что, прям в кожу, что ли? Нет, не на неделю. Там корона у нее королевская. Ну, украсилась. Давайте уже все, я вас к тому, что прекращаем друг друга водить за нос. Выйдите замуж, если мужчина вам... Если я мужчину вижу, и у меня сразу же я... Если увидите, а он студент, первокурсник. Неважно. Ну, я еще не встретила такого парня, который бы... Нет, если он студент-первокурсник, сын президента, я понимаю. Ладно, у нас уже все... Не надо про президент, у нас все там уже схвачено. Профессия очень сильно определяет жизнь человека и женщины, в том числе. Кем вы планируете работать после окончания вуза? Я сейчас учусь на экономике, но на следующий год планирую поступать на дизайн интерьера, потому что первое образование, я считаю, для родителей. А второе для рублевских жен, правильно? Дизайн интерьера. Они все, конечно, они все дизайнеры. Нет, а работать вы планируете? Конечно, планирую. Значит, я и дочери своей то же самое говорю, и вам вот как мама тоже скажу. Ваше целомудрие – это как раз, во-первых, подушка безопасности и лакмусовая бумажка при выборе мужчины. Мужчины, которые вас агитируют на сексуальную совместимость, они вас использовать хотят. А вот ваш мужчина будет вас любить и беречь до свадьбы. Ну, не надо там до 25 даже, до 23 даже особо не надо. Одна, а то взорветесь, правда, честное слово. О, поэтому сейчас в ближайшее время ставим задачу, выбираем и тестируем с точки зрения того, что чтобы он не будет вас претендовать и агитировать за сожительство до брака. Ничего, там ничего такого сложного нет, поверьте. Все муж научит. То есть у вас не сочетались все эти качества? А во мне не сочетались качества. Но все-таки 2 года, она вам отдала 2 года, это много. Она не отдала мне 2 года, мы были знакомы 24 часа пока. Пока она не сказала, давай останемся друзьями. Не произвели на нее впечатление, а это такая отговорка девичья. Ну, понимаете, я, наверное, тогда... А вы остались с друзьями? Многие так делают и выжидают удобного момента, становятся необходимыми. Сначала как друг для девушки, ее жилетка, а потом раз в удобный момент ее Вася бросил, тут же вы. Я, честно, не верю в такие случаи. Вы там что с морковкой-то учудили? С какой морковкой? Да, я действительно писал. Не пугай зрителей. Я когда понимаю, что девушка слишком красивая и наверняка получает слишком много... Это вот та самая, с которой 24 часа. Да. И наверняка получает слишком много внимания мужчин, то как бы идти традиционным путем нельзя. Надо... Ну, такие букеты, как нам, да? Действительно банально. Стареньким можно. Здесь не банально, это знак уважения к вам. Вот и я говорю. Там была другая ситуация. Ночью я пошел в супермаркет, и мне сделали букет из моркови, и все смотрели на меня как на сумасшедшую, но это было очень весело. Но это очень двусмысленно. Она оценила? Да, она смеялась. Милая, смотри. Не с намеком ли этот букет вообще был подарен? Или замариную эту морковку. И она вам потом давай дружить после морковки. А почему не стали? Не сразу после. А почему не остались друзьями? Я против компромиссов. Потом же у вас были уже вполне реальные отношения с девушкой. Или сравнивали? У меня и до нее было отношения. Та, которая вам отказала, до сих пор в вашем воображении, в вашей памяти? Знаете, наверное, самое сложное – это вот вытравить сравнение из головы. Конечно, мы помним тех, кто сразу в наши объятия Незаконченные процессы запоминаются дольше. Это доказано. Давайте сейчас давайте прочитаю идеал Андрюши. Ничего такого сложного нет. Вот, 19-23. Леди, аристократка, женственная, интеллигентная, с высоким уровнем спокойствия, со вкусом, умная, развитая, адвокат, аналитик, строго худощавый, шатенка, рост от 165 до 170. Ну вот, пожалуйста. Прямо, да. Ничего себе у него запросы. Скажите, вас ничего не смущает в истории Екатерины? Нравится она вам? Ну, конечно, прекрасная девушка. Да. Я вас вижу в паре, например. И совершенно не нужно менять свой облик Екатерине, потому что вам, мне кажется, именно вот такой тип и такой стиль девушки нравится. А как же старперское платье на мне? Что делать? Старперское платье для... Лариса, это аристократизм. Я вам хочу сказать, нет, мужчинам, которым за 30, нравятся девочки, одетые немножечко по-другому, по-девчачьи. А молодым мальчикам 21 года видится в этом вот как раз тот самый аристократизм. Пообщайтесь, пожалуйста. Привет. Привет. И, ну, скажи, пожалуйста, то есть, ну, вот те три истории, о которых ты рассказывала, это все истории в твоей жизни? Это самые такие запоминающиеся истории. То есть нормальных ситуаций не было? А нормально даже какие? Не целовалась в 21 год. А нормально это что значит? Целуюсь, между прочим, хорошо. Спала она с кем-то или не спала? Да нет. Даже не целовалась. Я тебе говорю, все это подозрительно. Ну, у меня было общение, у меня также за мной мужчины, парни ухаживали, но когда дело доходило до постели, которым надо, все говорят, я боюсь брать на себя ответственность. Мне а вы их информировали обязательно, прямо сажали перед собой, смотрели им в глаза и говорили, теперь так, дорогой. Ребят, если у вас сегодня случится чудо, и вы уйдете вместе. Где будет ваше первое свидание? Куда вы пригласите Катю? Я не планирую обычно свой вечер, потому что... Как вы передвигаетесь? У вас есть машина? Я передвигаюсь обычно либо на такси, либо пешком. Где я в центре вы живете? Живу, на Арбате. Для вас вот этот самый пробный брак, пожить до свадьбы, принципиально? Или сначала ЗАГС, а потом все остальное? И для вас как? Нет, для меня абсолютно не принципиально. ЗАГС! А почему? Чего? Я тут сижу, распинаюсь уже полпрограммы. Сначала надо встречаться. Вы сейчас поматросит и бросит. Имеется в виду, можете, да, пожить какое-то время? Ну, я считаю, что это необходимо. Спасибо. И чтобы память осталась. Потому что 99% женщин, и я в том числе, извините, не так это дело делали. И памяти нет никакой. Поэтому и дочь нашим советуем. Ну, знаешь, в бараке не до изысков было. Поэтому, Катюш, у вас есть мнение уважаемой свахи, есть мнение мое, и есть еще мнение астролога, который вам подскажет. Искать ключи к сердцу такого мужчины, это все равно, что ходить в чужой темной комнате и искать какой-то мелкий предмет. Причем эта комната заполнена мебелью, и вы рискуете в каждый ближайший момент натолкнуться на угол и себе что-то повредить, либо разбить что-то. И... Короче, крест на Андрюхе. Сложно, просто очень сложно. Это мужчина, с которым в отношениях нужно продвигаться маленькими шагами. Ваш образ, я думаю, ему очень приятен, но я боюсь, что в вас при этом слишком много будет внешней активности и внутренней статичности. Все-таки вы родились, жили и формировались в Казани, там все-таки немножко другие традиции и несколько другой вопрос подхода к отношениям мужчин. Традиции традициями, но как бы я родился и жил в Казани, но по национальности я русский. И секс до брака никто не отменял. Да. Нет, тренироваться вы можете. Ну, я натренирован. А похож на татарина, да? Все-таки не просто так. Я думаю, пара-тройка там. Территорию формирует. Да. А как же? А вы прям как раз расскажите, что вот, чтобы нам понимать-то, с кем вы зажигали, а кого любили. И как старались? Мои отношения начались в университете. Вот эти самые... В Казани? Да, в Казани первые серьезные отношения. Мы начали встречаться в университете. Она была татарка? Она была татарка, она была тоже целомудрена. Обалдеть, да что ж все такие скромные? Или обманывают? Встречались мы очень долго. Потом она выигрывает конкурс и уезжает в Москву на обучение. Перед этим мы встречаемся, и я ей обещаю, то, что я буду каждые выходные приезжать к ней сюда, в Москву. Из Казани. Из Казани. Я... На стипендию. На стипендию я еще подрабатывал ведущим шоу-программ в ночных клубах. И вот на эти деньги я каждый в пятницу вечером уезжал, в понедельник возвращался. Она была счастлива, вы были счастливы. Ну, как бы вы ее баловали как могли. Я баловал ее. Я, поскольку не знал хорошо Москву, я старался рисовать открытки, покупать всякие штучки. Не трогали вкусностями из ресторана. В каком смысле не трогал, простите? Как в каком? Прямом, в интимном. А, в интимном у нас сложилось только через 8 месяцев. Серьезно относится к девушке. Как же 8 месяцев, дорогой мой? Можно потерпеть. Без женского пола. А папа знал? Ее? Да. Конечно. Благословил? Ну... Я был знаком с родителями. Какие у папы были варианты, Ром? Ага. Ну и что дальше? Когда она возвращалась на каникулы, я на Казанском вокзале запускал то количество шаров, которые она вот эти дни отсутствовала. Там 165, я помню, я запустил, когда ждал ее. Любили сильно? Да, сильно любил, прям ждал. Когда она начала выворачивать руки? Выворачивать руки она начала после того, когда мы уже начали жить в Москве, когда она уже начала заканчивать университет. Она... Вы переехали в Москву на заработки? Да. Условия начались тогда, когда я уже купил ей кольцо, потому что уже к тому времени прошло 4 года, как мы встречаемся, мне захотелось более серьезных отношений. Вот, я уже снял. Значило ли это, что вы сделали предложение вместе с кольцом? Кольцо уже первый шаг. Он подарил. Я подарил ей кольцо. И были сказаны слова «давай поженимся». Да, были сказаны слова, как бы... Она приняла предложение? Она кольцо приняла, но через 2 месяца мы с ней поссорились, и она это просто кольцо выбросила. И я ее спросил, я говорю, почему? Она говорит, мне нужен от тебя, говорит, Колым, чтобы ты моему папе там подарил джип, а мне, говорит, еще это, говорит, колечко, как ты сделал предложение, а я, говорит, еще одно хочу. Еще там за определенную... Ну а что, вы про Колым не знали, что ли? Нет, ну я знал про Колым, но ну, не про такой же Колым. Ну куда он 5 лет смотрел, я не понимаю. Ну глаза были, наверное, под пеленой любви. И что? Прекрасная исламская традиция продать дочь подороже. Да, просто не забывайте, что именно, да, подороже. Это же, собственно говоря, выкуп. Торговля телом это называется. А мы приданное готовим. И, собственно говоря, это и есть та самая подушка безопасности. А нечего. Если денег не хватает, что же, извините, пользуетесь тогда? Копите деньги, а потом уже это. А все равно дураками не были. Нет, денег на самом деле... на джип не было денег, да? Нет, на джип тогда не было. Или желания не было? Нет, на джип тогда не было денег. Чем все это закончилось, вся эта история с джипом, с Колымом? Закончилось тем, что как бы у нас начались разногласия. Я попросил, как бы мы мирно пришли к тому, то, что нам нужно разъехаться. Я попросил ее съехать. А куда предполагалось, что она съедет? Ну, я к подруге. Без колечка и джипа. Тем более кольцо выбросить, мне кажется, это, конечно, дурость большая. Ну, ладно, выбросить. Но это неуважение. К подруге, наверное, в итоге закончилось все тем, что в один прекрасный момент, как бы, я прихожу домой, и она съехала, забрала не только свои вещи, часть моих вещей, туалетную бумагу, зубную щетку, стиральный порошок и мою личную аптечку с лекарствами. Это тоже по-татарски, да? Ну, да, остаться. Почему? Это лично мои. Трусы тоже ваши, что ли, взяли? Нет, трусы не взяли, трусы остались, слава богу. Боже мой, традиция традиции, но девушка должна была помнить, что если она будет так настаивать на этой традиции в виде Колыма, то 4 года да, отношений могут не закончиться. То, что он ее так на минуточку на улице выгонял, это вообще как это? Рос, а что ему было? Оплатить ей квартиру на 15 лет вперед, поклониться низко? Да. А как он думал? Надо было отвезти дочу к своему папе. Нет, она уже работала в Москве. Свадьбы. Скажем так, наш тем после свадьбы. Почему? Не сказала Екатерина, Роза, это твоя тема после свадьбы. Не хочет Катерина, да, после свадьбы. А дайте ее спросим. Ты ее своим авторитетом задавила. Я ее спросила, она говорит, не хочу на потом. Просто он это... А теперь давай выбирай. 5 дней в неделю гасится в спортзале. А если еще и только после свадьбы, он вообще не выйдет из спортзала, Рос. Откуда знаешь-то? Ну, потому что нужно куда-то будет девать энергию. Неправильно вы. Неправильно. Вы готовы с девушкой не жить гражданским браком, а вступать с ней в близкие отношения только после свадьбы, правильно? Да. Вот, его страх. Молодец. Вот. А ты как к этому... Все-таки я считаю, что до брака надо все-таки пожить вместе. Умница, конечно. Роза, а жених говорит, да, готов, а у самого правый край губы так раз. Не, ну понятно, что он это будет в другом месте, ничего страшного. Страшно не глаз. Максим, кроме мечты открыть магазин, да, собственное дело, какие еще у вас есть мечты? Найти девушку, которая будет меня понимать. Ну что, вы такой сложный, что у вас такого сложного? Что вы по 5 дней в неделю пропадаете? Да при чем тут фитнес? Вы, вот, а что тогда? Вы гениальный, прекрасный, лучший, замечательный. Да. Да? Потому что мужчина с луной в стрельце хочет проводить быть время где-нибудь в гулянках. Я, например, не курю, не пью, не хочу этого. Я лучше буду проводить время в Я сейчас много времени провожу с фитнес-тренером. Я считаю, это для себя потеря времени. Как же это скучно. Вот эти разговоры протеины, бицепсы, трицепсы. Как это скучно. Я уже так думала, может быть, потому что у меня такой возраст. Но мне и в 20 лет было бы это скучно. Это совершенно отдельная каста людей, которые так зациклены на своем вот теле, на здоровом образе жизни. Ну, кому-то это интересно. Если вы поддержите его в этом... Если это станет общей вашей темой, то вы сможете прожить. А если нет, то он в очередной раз скажет, она меня не поняла. То есть не поняла, не разделила его, он имел в виду, наверное, вот этих самых увлечений. Как тебе жених, Василиса? Молодой человек, который ждет женщину, сбивающую с ног своим внешним эффектом всех его друзей. Ему нужна такая, которую привел, и все сказали «Вау!» Все в спортзале или где-нибудь еще. Нужна женщина с царственной походкой, с царственной осанкой, активная, производящая впечатление и считающая его богом. Не обязательно ходить заниматься спортом. Это же шизофрения, потому что он не великий, не самый прекрасный, не самый красивый. Мы пытались вытащить из него хотя бы что-то, что доказало бы какие-то иные стороны его натуры, иные грани личности. Но их никак не оказалось, они не проявились даже и в подарке. Как только Андрей появился здесь, я поняла, что это ваш парень, и вы должны быть вместе. Сколько это будет и во что это выльется, в 20 лет и в 21 год это не так важно. Наши редакторы будут отслеживать, но мне видится, что вы пара. Роза смущенно смотрит. Я скажу с пафосом. И не просто своими словами. А моими, как всегда. И не твоими. Наполеона. Целомудрие для женщины то же самое, что храбрость для мужчины. Я презираю труса и бесстыдную женщину. Кстати, я к этому присоединяюсь. Я сегодня хочу сватать, а не продавать. За Максима. Первый раз за 5 лет. Максим. Да. Ну как она тебе внешне? Вот на первый взгляд. Впечатленный. Я впечатлен. В ближайший год-полтора у вас будет достаточно возможности завести роман, и любовь в вашу жизнь непременно постучится. Вот та, которая сердце тронет, та, которая вас саму повлечет на подвиги, вам, мужчина, действительно будет очень нравиться. Мне бы очень хотелось, чтобы этот роман был с Андреем. О, Господи, Боже мой, ну как прекрасно, когда у нас сходятся мнения. Но вы все-таки слушайте себя, дорогая. Мы вас поддержим в любом случае, проходите. Я тебя выбираю, будем общаться. Пойдем. Что из этого выйдет дальше, мы посмотрим. Видим. Да. У вас будут дети.